Я забыл про приманку. Ну ладно, не важно. Все равно прогресс сейчас будет. Давайте быстрее, чтоб на уровне. Вот, вот, другое дело. Давай, замедляй, 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 замедляй. Твою налево. Нет, эффекта нету. Эффекта нету. No progress, no progress. Блин, я забыл, вот здесь надо было ставить, не париться. Куда поехали, господа? Интересная заявка. Другое дело. Другое дело. Давай. Опять гребаные приманки, а. Жирная, жирная. Жирная приманка какая-то. Так, Джаггернаут, скорее всего, там будет. Или Спайра. Спайра, скорее всего. Джаггернаут ходит по одному. Спайра не ходит по одному. Ничего страшного, там Спайра следующий. И еще одна волна со Спайра. Да, нормально. Да ладно, Джаггернаут, да, все-таки? Да, Джаггернаут и мелочь. Неожиданное сочетание. И деку... А какого хрена декоев там не было заявлено? Что это за фигня? Меня обманули нагло. Ну, там же не было написано про декоя ничего. Нагло обманывают в надежде, что я проиграю. Но это не сбудется. Ни за что. Ну, мелочь мы вроде как выцепляем, что-то подтормаживать все стало. Наконец-то вернулась. Нормальному количеству кадров. Блин, пулемет от Джаггера ничего не сделает. Скорее всего. Хотя вроде делают. По чуть-чуть, но отнимают. Нормально. Джаггера, Джаггера, брейте, брейте Джаггера. Первым делом Джаггера брейте. Смело, что пулеметы без проблем разбил. Отлично, Джаггер еще и не дошел. Это прогресс, пацаны. Это прогресс. Это путь к успеху. На кладбище. Опять 30 кадров, что-то такое-то. Приближаешь, у тебя начинает все тормозить, я так понимаю. Нет, это без вариантов. Это он дойдет.
Блин, я забыл про ДК опять-таки. Там надо инферно ставить. Прикол в том, что там нужен инферно, а не лазер. Я сейчас дико ступил. Да ладно. Неожиданный эффект от бесполезного лазера. Декои меня бесит. Ну, это не страшно. С этим пулеметы разберутся. Все. Без потерь. С огромным количеством денег, которое обеспечит мне 100% орден. Да, орден. Отлично. Третья миссия компании Borderlands пройдена. Шикарно. Ну что, последняя миссия в компании Borderlands перед нами. Давайте приступим. Ох. Глаза мои, прошу, не вытекайте. Слишком здесь все темно и контрастно. Отлично. Отлично. У нас тут настоящий челлендж ожидается, потому что сами видите, да? Ну тут понятно, тут надо просто одну дорогу закрыть, а вторую оставить. На любой выбор вообще, без разницы, потому что они, так понимаю, симметричны, да? Я уж тут квадратиков считать не буду. Скорее всего... Да не, они симметричны или нет? Да, они симметричны. Да, абсолютно симметричны, просто один проход оставляем, другой закрываем. Здесь возвышенность... Надо ей воспользоваться будет как-нибудь. Хотя, эта возвышенность значения не имеет. Потому что здесь так и так дырка. Ну чё. Погнали. А вот это я сделал плохо. Вот это я сделал, я не угадал с направлением. Ах, вы твари! Я думал, они через весь будут идти. Слишком нагло. Это меняет ситуацию на корню. Это в корне меняет ситуацию. Ладно, будем использовать примитивное вооружение, чтобы перекрываться. Здесь мало не успел я, но я думаю, что это не критично. Давай, давай, ядро быстрее. Это тоже нехорошо. Блин, вот это вот сложная карта, действительно. По архитектуре довольно-таки сложна.
Так. Это я зря только что сделал, ну ладно. Let's clean this place up. Пока вроде ничего такого смертельного. Так, воздушных юнитов здесь нет. Можно по поводу этого успокоиться. Здесь надо где-нибудь кэнон влепить. Вот здесь, наверное, да? Или здесь? Ну, здесь и здесь. Здесь и здесь. Мне кажется, я все-таки не совсем эффективно перекрылся. Но мне, пожалуй, так только кажется, потому что я по-другому не вижу средств. Как еще можно лучше это сделать? Быстрее, Грейси. Пулеметы наши все. Вдруг стали неожиданно нашим всем, в отличие от каннонов. Канны, конечно, тоже наше все, но пулеметы наравне. Пулеметы делают победу. Пока что. Так, отлично. Отлично. Хотелось бы максимально использовать одни и те же башни для того, чтобы, в общем, и ту волну отгонять. Ну да, здесь тоже все получается пока что. Стоит, наверное, сделать так. Так, гонщики, наверное, отсюда теперь пойдут. Нет, нет. Все еще отсюда. Ну, им тоже ничего не светит. Я надеюсь, что им ничего не светит. Так оно и есть.